Так, держим. Сутки не мочит, тише, тише. Для вакцинации выделен отдельный кабинет. Всем руководителям и сотрудникам городского театра прививки ставят обязательно. В списках числится 44 человека. Наш коллектив традиционно, каждый год уже несколько лет подряд, мы проходим эту вакцинацию против гриппа. Ну, чтобы не болеть, чтобы работать, потому что очень активная осень, очень активная зима. Мы работаем с детками, мы готовимся к многим мероприятиям, которые проходят на стенах городского театра. Ну и, конечно, новогодние праздники. Рост заболеваемости ожидается со второй декады декабря и до середины марта. Для того, чтобы организм был готов отразить вирус, нужно сделать прививку уже сейчас. Для выработки иммунитета необходимо как минимум 2 месяца. В одной вакцине содержится 3 основных штамма гриппа – H1N1, H3N2 и группа Б. Это наиболее эффективный метод профилактики такого осложнения, как вирусная пневмония. Страшен не столько сам вирус гриппа, сколько его осложнение. На фоне его происходит обострение хронических заболеваний, могут возникнуть какие-то достаточно серьезные осложнения, вплоть до летальных исходов. Переносимость этой вакцины очень хорошая. Человек болеет в легкой форме, если он привит. И практически в течение года он может переболеть 1-2 раза ОРЗ, но гриппом он не заболеет. После вакцинации человек может заболеть разве что легкой простудой или ОРВИ. В этом году вспышек эпидемии гриппа в городе-курорте еще не было. Врачи активно готовятся к зиме. Период вакцинации продлится до середины ноября.